Приговор по делу о взрыве в Свято-Покровском храме до сих пор не вынесен. Назначенное на утро заседание без объяснения причин судья Владимир Минасов перенес на 16:00. Поставить точку в деле Пономаре теперь обещают 2 апреля. На состоявшемся заседании выступил с последним словом подсудимый Антон Харитонов. Ваша честь, пожалуйста, не подавляйтесь. Судья Понтию Пилату, который предал на неправедную смерть кровь неповинную. Я понимаю, что сейчас перед вами лежит громадная ответственность и громадный выбор. Но лучше освободитесь из тюрьмы невиновных людей. Так будет лучше для всех. И для вас, и для нас, и для следствия. Не только наши жизни и судьбы сейчас в ваших руках, но и жизни и судьбы наших родных и близких, ваша честь. Я прошу вас, отнеситесь к этому справедливо и серьезно.